Зимородок. Четвертая серия. Я задал тебе вопрос, Сейран. Ответь мне. Разведемся? Ты этого хочешь? Нет. Тогда чего ты хочешь, Сейран? И так тебя не устраивает. Не бойся. Ты не вернешься к прежнему образу жизни. Я боюсь, что ты вернешься к прежнему образу жизни, Ферит. Я не могу вести себя так, будто ничего не случилось. Я не могу в один момент безмерно довериться тебе, Ферит. Сейран, но ты же не сказала, что не можешь доверять мне в один момент. Ты сказала, что не можешь доверять мне всю жизнь. Зачем тебе жизнь с человеком, которому ты даже не доверяешь, Сейран? Я не понимаю. Я не это хотела сказать. Ты прав. Да. Я, наверное, немного преувеличиваю. Как и ты иногда. Да. Ты именно это и хотела сказать, Сейран. Ты именно так и думаешь. Потому что ты такая мнительная. Ты так боишься жизни. И на наше будущее ты смотришь из своего прошлого, Сейран. И отрываешься на мне из-за своих страданий в прошлом. Твой отец так напугал тебя, что ты боишься жизни, себя и людей. Поэтому ты такая неуверенная. То есть причина не во мне, Сейран. Проблема в тебе, и поэтому подумай хорошенько. И прими решение, Сейран. Хочешь ли ты быть со мной? Ты опять это сделал. Браво. Ты, как всегда, прав. Кто-то так настырно звонит? Наверное, у господина Садыка что-то случилось касательно работы. Господин Садык, это Фуад, слушаю вас. Хорошо, понятно. Что такое? Смотришь молчаливо из окна вдаль. Это такая новая игра? Я не молчу, Ферит. Я думаю. Ты прав. Наверное, неуверенность и страхи. Все это из прошлого. Но из-за тебя все это обострилось сегодня, Ферит. Меня не проведешь, Сейран. Не пытайся оправдать себя. Ферит, нам с тобой срочно нужно выезжать. В компании возникла кое-какая проблема касательно работы. О чем ты, брат? Мы же разговариваем. Ферит, нам нужно ехать. Это серьезно. Пойдем. Я же сказал это срочно, Ферит. Брат, что могло случиться такого серьезного? Ты вывел меня, чтобы мы не ругались, да? Позвонил господин Садык, Ферит. Тот господин Садык, который у тебя так и записан в телефоне. И кто ответил? Я ответил. Не волнуйся, но дела плохи. Мать Пелин сейчас в компании. Черт побери. Она точно пришла ко мне, брат. Если бы. Она пошла прямиком к дедушке. Я отправил сообщение госпоже Битюль, она попытается ее остановить. Абедин, забери девушек. Сразу же поезжай домой, хорошо? Хорошо.
Спасибо. На здоровье. Зерин. Извините, госпожа Зерин, у господина Халиса совещание. Затянется на полтора часа. Но вы сообщили ему о моем приходе? Конечно. Спасибо. Ты в порядке? В порядке. Сестра, думаешь, Ферит прав по поводу доверия? Конечно. Неправильно, что ты сказала о недоверии на всю жизнь. Он же должен знать, сколько ему ждать до этого. Сестра, ну ты даешь. Ой, Сейран, уже не знаю. Ты должна сделать этот шаг. Мы же обе знаем, что это за шаг. И ты, и я понимаешь, о чем говорим, да? Знаю. Он выбросил из своей жизни эту девушку и очень старается. Мне нужно решиться. Сейран, может, мы сядем вместе на заднее сиденье, и я положу голову на твое плечо? Хорошо, конечно. Заодно посплетничаем про своих мужей, и нас не услышит господин Эбедин. Ладно. Пило? Что значит «не знала»? Хотите с ума меня свести вместе с мамой? В чем дело? Она утром ушла и мне ничего не сказала. Я еле как выяснила. Я сразу же позвонила тебе. Что я могла еще сделать? Надо было помешать ей. Это же твоя мама, Пило. Ферит, будто ты не знаешь мою мать. Если так легко, сам остановил бы ее. Как будто она меня послушает. Она бы послушала тебя. Она же тебя хорошо слушает, что пошла поговорить с моим дедушкой. Интересно, что ты ей рассказала? Ферит, хватит. Я ей сказала все, что было. У меня нет никого ближе семьи. Я не смогла ей солгать. Извини, я кладу трубку. Я точно сойду с ума. Что за чертовщина, а? Братишка, успокойся. Недавно написала госпожа Бетюль. Они проводили ее в отдельный кабинет, и она еще ни с кем не виделась. Зачем она пошла туда, к дедушке? Я не понимаю. Если Сейран узнает, мне конец. Честно говоря, я тебя не понимаю. У меня в голове не укладывается. Ты же полчаса назад предложил девушке развестись. Брат, это тут ни при чем. Да еще и эта проблема навалилась. Братишка, ты в своем уме? Зачем разводиться? Зачем мы туда поехали? Мы провели замечательные выходные. Зачем ты так говоришь, Ферит? У нас не получается, не получается. Я больше не могу, брат. Мне надоела ее неуравновешенность. Ее недоверие ко мне. Я не сдержался и предложил развестись. Как будто ты разведешься, если она согласится на развод. Разведусь. У всего есть предел. Лучше буду несчастен я один, чем мы оба. Так будет лучше. Извините, пожалуйста, но у меня такой загруженный день, я не смогла прийти раньше. Вам что-нибудь нужно? Я сейчас хочу просто увидеться с господином Халисом. Совещание еще не закончилось? Он как раз должен уже выйти. Сейчас узнаю. Бетюль? А кто это госпожа? Это госпожа Язерин Йылмаз.
И целый час я жду здесь, чтобы поговорить с господином Халисом. Сколько мне еще ждать? А, извините, если вы его родственница, я могу ему сообщить? Я его помощница. Я мать Пелин Йылмаз. Она лучшая подруга Ферита. Он узнает, если вы скажете. Я сейчас все разузнаю и сообщу вам. Пожалуйста. Госпожа Зерин, господин Халис ждет вас. Войдите. Господин Халис, это госпожа Зерин. Здравствуйте, господин Халис. Рада знакомству. Здравствуйте, госпожа Зерин. Взаимно. Прошу, присаживайтесь. Госпожа Зерин, какой кофе предпочитаете? Без сахара. Уже несу. Еще раз добро пожаловать. Итак, я вас слушаю. Благодарю. Господин Халис, я мать Пелин, близкой подруги Ферита. Пелин? Ах. Да, я вспомнил. Она гостила у нас пару дней. Как она? Все хорошо? Я как раз пришла поговорить об этом. Госпожа Битюль, как обстоят дела? Господин Фуат, я пыталась ее задержать, но... Но что? Где тетя Зерин? В кабинете господина Халиса. Не стесняйтесь. Если у вас какие-то проблемы, вы можете позвонить. Расслабьтесь, все хорошо. Не волнуйтесь ни о чем. Большое спасибо. Если честно, когда моя дочь сказала, что в дело вмешались вы, я испугалась. Если уважаемый Халис Корхан мешался, значит, дело серьезное. Вы же ее мать. Вы правы. Но эта тема закрыта. Больше вашу дочь никто не потревожит. Не переживайте. Хорошо. Тогда я пойду. Большое спасибо еще раз за все. Я пришла без предупреждения, и вы меня выслушали. Мне, как маме, стало намного спокойнее. Я очень благодарна вам. Не за что. Кстати, напоследок хочу сказать. Я же вам говорила, я супругом живу в Лондоне. И там мы часто обсуждаем вас. У вас, наверное, уши горят. Снюкхет. Вашей дочери. Не буду врать, она почти ничего о вас не рассказывала. Знаю только то, что вы не видитесь. Но она всегда говорит о вас с уважением и тоской. И хотела сказать, что она в порядке. Не переживайте.
Доброго дня. Пусть Аллах благословит всех. Аминь. Зять, ты приходишь на работу в такой час? Отец Кязым? Почему отец? Мы же на работе. Называй меня господином. Ферит. Добро пожаловать, тетушка Зерин. Нам нужно поговорить. Господин Кязым, как вы? Вы уже устроились в кабинете? Да, устроился, слава богу. Спасибо, Фуат. Ферит, а кто эта госпожа? Здравствуйте. Это касательно финансов. Ферит проводит госпожу, а я выпью кофе с господином Кязымом. Ладно. Да, господин Кязым, работа не ждет. Нужно работать в поте лица. А, молодец, сынок. Так держать. Иди работай. Давай. А что с твоим голосом? Поселили меня на 38-м этаже. Вот и голос пропадает. Ах ты, бедняга. Ладно, увидимся. Давай, давай, пока, работай. Я же позвала тебя, чтобы поговорить. Не так ли? И что ты сделал? Конечно, сбежал. У брата возникло срочное дело, и нам пришлось выехать за город. Извините. Ну, конечно. Это уже не так уж и важно. Я взяла номер телефона твоего дедушки. Если впредь меня что-то будет беспокоить, и мне нужно будет спросить у него, я прямиком позвоню ему. Позвольте спросить кое-что. А о чем вы разговаривали с дедушкой? Не бойся. Он все еще не в курсе твоих гнусных, постыдных поступков.
Тетушка Зерин, прекратите, прошу. На самом деле я... Что, Ферит? Что? Ты же причинил моей дочери такие страдания. Как ты с ней поступил? Когда та девушка, на которой ты женился, выгнала мою дочь из дома, тебе совсем не было стыдно? А? Ты ничего не мог поделать? Неужели ты совсем не ценил мою дочь, сынок? Ценил, тетушка Зерин. Я настолько ценил Пелин, что привел ее к себе домой, честное слово. Не смеши меня. Издеваешься надо мной? Так ты ценишь человека? Люди даже помогают первому встречному. Кто твоя жена, Ферит? Кем она себя возомнила? На каком основании, а? Она схватила мою дочь за волосы и выгнала. А кто ты? Кем ты себя возомнил? А? Я с самого начала сказала тебе, Эпелин. Твоя фамилия, деньги и положение не действуют на нашу семью. Не вздумай кичиться этим, иначе будешь иметь дело со мной. Моя дочь не похожа на тех других девушек. Я говорила, что проучу тебя, если хоть одна слеза упадет с ее глаз. Помни, что ты мне сказал? Ты еще плакал передо мной и сказал: «Тетушка Зерин, я очень сильно люблю Пелин. Она самая ценная для меня. В будущем мы с Пелин поженимся. Я не допущу, чтобы хоть слезинка упала с ее глаз. Обещаю вам, прошу вас, поверьте мне». Так говорил? Разве не так? Я задала тебе вопрос. Ты так сказал или нет? Все верно. И что теперь? Посмотри, что с нами. Знаешь, в каком состоянии девушка, которую ты якобы так любил, ценил и берег? Знаешь? Она плачет каждый день. Моя дочь плачет. Каждый день. Она уже все глаза выплакала. Ты хоть знаешь об этом? Я извиняюсь. Не извиняйся. Не извиняйся передо мной. Мне не нужны извинения. Я просто хочу, чтобы ты сделал все необходимое. Как думаешь, Пелин теперь сможет полюбить кого-то другого? Кого-то, кому она сможет довериться? С кем она сможет построить свое будущее? Ты украл будущее моей дочери. Я тебе не раз говорила, что я очень, очень дорожу дочерью. Я переживала за ее дальнейшую судьбу. Мы отдали всю свою жизнь, чтобы обеспечить ей достойное будущее. И что случилось потом? Пришел господин Ферит и разрушил все наши усилия. Но не тут-то было. Ты украл будущее у моей дочери и сделаешь все, что полагается. Ты не можешь развернуться и уйти, как ни в чем не бывало. Честное слово, я хочу, чтобы Пелин была счастлива, только этого. Пелин будет счастлива. И знаешь, когда? Когда ты разведешься. Все наладится, когда ты начнешь ценить мою дочь, которая по-настоящему любит тебя и заслужила быть с тобой. Поскорее сделай все необходимое. Лучше поторопись. Твою жену тоже жалко, она тоже чья-то дочь. Чем раньше, тем лучше. Кстати, я буду преследовать тебя, пока ты не уладишь эту проблему, Ферит. Я не вернусь в Лондон и буду рядом с дочерью. Так и запомни. Это такое горькое воспоминание о прошлом. Даже если я хочу утопить его во времени,
Оно все равно звенит в ушах, как угрызение совести. Даже если я боюсь вспомнить, я никогда вас не забываю. Никогда не забываю. Дедушка, я тебя очень люблю. Я поговорила с Асуман. Они скоро приедут. Все наладилось. Все в порядке. Почему ты вздыхаешь, Ифакат? Хочешь, чтобы они расстались? При первой же ссоре? Если бы они могли стать настоящей семьей. Это так. Но если для тебя семья — это только лишь ребенок, то ты ошибаешься. Легко судить со стороны. Ты не знаешь, что значит быть женщиной без ребенка в этом доме. Ты это не пережила. И если этот брак продлится, Асуман будет больнее всех. Здравствуйте, госпожа Ифакат. Вы не заняты? Слушаю тебя. Я посмотрел хранилище. Нужно закупить продукты. Вы всегда заказывали то, что любит господин. У меня где-то был список, но я не знаю, где он. Если найду, отправлю через султан. Да, господину нужно пройти тщательное обследование. Нужно сообщить его доктору. Вы же не забыли, надеюсь? Конечно. Я помню. Я сообщу. Кстати, пришло время генеральной уборки. До закупки продуктов нужно продезинфицировать хранилище и кухню. Вы позвонили в клининговую компанию, назначили время? Я все помню, да. Надеюсь. Мне так не кажется. Ифакат. Одно упущение, и все может обернуться кошмаром, Гюльгюн. Ты, конечно, никогда не занималась подобными делами. Я посвятила всю свою жизнь этой семье и господину. Я тоже. И поэтому можете не волноваться. Если будет упущение, я сам отвечу за все. Пока вы столько лет руководили порядком в доме, я был рядом с вами. Я выполнял все ваши поручения. И поэтому не старайтесь напрасно. Вы ничего не делаете ради меня, господин Латиф. Вы всегда выполняли все поручения только потому, что вам приказывали мы с господином. Вы за столько лет привыкли выполнять только приказы, поэтому подзабыли брать инициативу на себя. А вообще... Вы знали, как это делать? Вы сразу теряетесь, когда кто-то не дает вам поручений. Зачем ты напала на него на ровном месте?
Как можно так огорчить человека? Это временный период. Все должны знать свое место и ответственность. О, боже. И я принесла вам кофе. Господин Кязым, это госпожа Битюль. Госпожа Битюль, это господин Кязым. Госпожа Битюль – та девушка, о которой я вам говорил, отец. Она уже много лет работает помощницей отца. Да, рад знакомству. И я. А она ассистент господина Орхана? Да. Не секретарь, а ассистент, да? Да, ассистентка. А что значит ассистент? Что-то наподобие секретаря? Какая между ними разница, Фуат? Разница в том, что ассистент постоянно... Как бы это вам сказать? Ладно, ладно, без разницы. Дочка, слушай. Уважай меня так же, как и господина Орхана. Ясно? Хорошо? Не переживайте, господин. Вам еще что-нибудь нужно? Да, да, да. Я тоже хочу такие папки. Здесь же написано «Халис Корхан». Нужно, чтобы написали «Кязым Шанлы». И фамилию напишите правильно с буквы «Ш». Да. А, и еще. Если господин Халис у себя в кабинете, я хотел бы зайти к нему. Сегодня он очень занят. Но если у него появится свободное время, я сообщу. Как так? Он не может уделить мне 5 минут? Скажи ему, он мне не откажет. Но у него совещание. Хотя я попробую, не беспокойтесь. Ой, тогда я поговорю с господином Орханом. Где он? Он с господином Халисом. Я попробую что-нибудь сделать. Не пробуй, не надо. Если попробуешь, можешь ошибиться. Делай так, как я сказал. Можешь идти, госпожа Битюль. Ой, все разлила. Даже не знает, как кофе подносить. Вы когда принимаете на работу? Что, не проводите собеседование? Нужно навести в этой компании порядок. Как вы заработали столько денег? Войдите. Ты не занят, дедушка? Проходи. Присаживайся. Ну, рассказывай, что вы там предприняли? А что предприняли? А Фуат и Асуман помирились. У них все хорошо. Отлично. Точно. Сегодня приходила мать твоей подруги. Вы встретились? Угу. Да, дедушка, мы встретились в коридоре. Она пришла поблагодарить тебя. Мы с ней немного поговорили. Она пришла поблагодарить меня. Спасибо ей, но я почувствовал. Почувствовал что-то неладное, и мне показалось, что она пришла по другой причине. Что скажешь? Я не знаю, дедушка. Если бы она хотела что-то сказать, она бы сказала. Тетушка Зерин прямолинейная. Подумай хорошенько. Тебе есть что мне сказать? Я заранее спрашиваю, если вдруг потом возникнут проблемы. Нет, дедушка, она просто переживает за свою дочь, поэтому и пришла сюда. Мы все пережили нечто ужасное. Возможно, под предлогом благодарности она хотела поговорить с тобой и успокоиться, дедушка. Хм.
Но пусть будет так. Если я заранее буду знать, я смогу помочь тебе, Ферит. Меня беспокоит только это. Главное, чтобы все это не обернулось против тебя. Ясно? Да, дедушка. Большое спасибо. Пожалуйста. А теперь пойди займись делами. Увидимся, дедушка. А, я попросил у Садыка кое-какие документы, их почему-то до сих пор нет. Спроси у него. Спрошу, дедушка. Наверное, неуверенность и страхи – все это из прошлого, но из-за тебя. Все это обострилось сегодня, Ферит. Ты, Ферит. Если уж ты не знаешь, как прожить со мной всю жизнь, тогда не живи, Сейра. Давай разведемся, пусть все закончится. Окей? Пусть все закончится. Ты украл будущее моей дочери и сделаешь все, что полагается. Ты не можешь развернуться и уйти, как ни в чем не бывало. Алло. Нам срочно нужно увидеться. Я не смогу приехать. Ты приезжай. Так душно. Сейран, ты в порядке? В порядке. А что случилось? Я выгляжу странной? Да. Я покраснела? Ой. Что с тобой? Постельное белье не поменяли, а? Сейран, с тобой что-то не так. Скажи, что случилось? А, ты уже покраснела вся. Что такое? Кажется, это случится. Надеюсь, сегодня ночью это случится. Что? Что случится, Сейран? Сейран, посмотри на меня. Я спрашиваю, что случится? Я... Кажется... Хочу. Я... Хочу... Кое-что с Феритом. Ох, наконец-то я это сказала. Ох, слава богу, я это сказала. Что ты сказала? Ты говоришь загадками. Ну что еще? Я же говорю, хочу попробовать с Феритом. Я же говорю, так странно. Как думаешь, о чем я? Тихо, тихо, тихо. Кто-нибудь услышит. Тихо. Кто услышит, что? Кто поймет. Тихо, тихо. Что ты делаешь? Тише. Ох.
Я принесла ваши чемоданы, госпожа Сейран. Спасибо, Диджле. Мы сами все разберем. А, Диджле! Когда освободишься, замени постельное белье, ладно? Мы же заменили, так как ждали вашего возвращения. Но если хотите, я опять все поменяю. Пожалуйста, сделай это, пожалуйста. Это мне совсем не нравится. Хорошо. Спасибо. Ой. Думаешь, она поняла? Не смеши меня. Разве белье меняют только поэтому? Откуда я знаю? Я так переволновалась. Ох, что мне делать, а? Моя хорошая сестренка, посмотри на меня, посмотри. Ты не обязана ничего делать. Не заставляй себя, хорошо? Но если ты уверена, конечно, ты попробуешь. Нет, мне уже нужно сделать это сегодня, сестра. Я хочу, поэтому сделаю. Потому что я сама хочу. Я хочу. Я сказала, что очень хочу. Я сказала, что хочу. Боже мой, сестра, у меня скоро сердце остановится. Я так боюсь. Что мне делать, а, сестра? Я не знаю. Я не знаю, что нужно делать. Все будет прекрасно. Я рядом. Для начала успокойся. Этого не нужно бояться. Ничего страшного в этом нет. Да, конечно. Ты должна успокоиться. Угу, хорошо. Поняла меня? Потом ты должна расслабиться. Ты расслабишься, и все будет замечательно. Дурочка, вот ты даешь. Подожди, откуда ты это знаешь? Ну, конечно, я сама виновата, нашла у кого спрашивать. Ой. Сейран? Сейран, все хорошо, Сейран? Чего ты добиваешься, Дефне? Ничего. Раньше тебе нравилось гулять на природе и наступать на траву босиком. В такую погоду? При чем здесь погода? Твое настроение зависит от погоды? Нет, конечно. Иди сюда. Не переживай, тут не влажно. Присаживайся. Давай, давай, садись. Дефне, ради Аллаха. Орхан, садись, как в былые времена, давай. Раньше мы часами сидели на траве и разговаривали. Мы сейчас можем это делать. Мы же не враги. И не сможем быть ими. Ты лучше меня это знаешь. Знаю. Если ты зациклился на Эфе, я с ним поговорю. Я смогу его убедить. Я постараюсь. Я знаю. Тогда в чем проблема? Что с тобой? Что с тобой? Отец, дети, моя семья. Все. Ты так хорошо справляешься со всем и стараешься изо всех сил. Прошу тебя, не изводи себя. Этого не хватает. Я не поспеваю за всеми. Некоторые вещи вышли из-под моего контроля. Сама жизнь вне нашего контроля. Нельзя жить вот так. Убиваться и страдать. Конечно, можешь продолжать в таком же духе, но это уже не жизнь, а просто существование. Но я не могу по-другому. Можешь? Ты просто забыл. Мы с тобой по утрам выходили на пробежку, а вечерами ты сбегал из дома. И мы часами гуляли по набережной. И я до сих пор это делаю.
И ты можешь. Жизнь уходит, Орхан. Не пропусти ее. Конечно, делай все ради... ради своей семьи, но попытайся также жить своей жизнью. Потому что это твоя жизнь. И она у тебя одна. Смотри, смотри, что здесь написано. Каждый в паре должен быть готов к этому моменту. Но у нас исключение. Потому что твой муж только и мечтает об этом. Сестра, дай мне. Давай. На, возьми. Верно. Сейран, не надо читать в интернете. Что будем делать? Ну? Сестра, я и сама не знаю. Не знаю. Слушай, а если он поймет, что я волнуюсь, я опозорюсь? Ты только посмотри на меня. О, боже мой. Я сразу краснею. Стоит только завести разговор об этом. Ты такая милая. А если Ферит поймет, что я переживаю? Что мне тогда делать? А? Что делать, сестра? Скажи что-нибудь. Сейран, я же прошу тебя успокоиться, а ты все больше напрягаешься. Я тоже нервничаю. Не знаю, что делать. Я хотела предложить поговорить со Суман. Конечно, сестра. Давай поговорим со Суман. И что мы ей скажем? Я ей скажу, что до сих пор мы с Феритом спали в одной комнате как друзья? Откуда я знаю, что скажем? Мы ни с кем не можем поговорить. Что придумать? Ох, я не знаю. А? Да не бойся, это просто постучали в дверь. Я пришла, чтобы заменить белье, госпожа Сиран. Проходи, дежели. Оставь, я сама справлюсь. Ну что вы, не утруждайтесь. Диджли, для начала, может, подмести в комнате? А, как думаешь, а? Да, еще и протереть все спиртом. Утром я убирала здесь, я что-то упустила? Пожалуйста, не обижайся, иногда просто я зациклена на чистоте, понимаешь? Госпожа Сейран очень щепетильная. Ясно. Давай вместе это сделаем. Ладно, я тогда пойду переоденусь, а потом зайду. Хорошо, переоденься, только сразу назад. Хорошо? Поняла? Хорошо? Договорились? Ладно, дорогая, я сразу же вернусь. Сразу же вернись, пожалуйста. Хорошо. Давай, переодевайся. Господин Садык, я в уборную. Остальные папки я разберу до конца рабочего дня. Итак, я слушаю тебя. О чем ты? Я не понимаю. Ты же рассказала все маме, а теперь расскажи и мне тоже. Ты поэтому вызвал меня сюда? Мы могли поговорить по телефону. Я хочу, чтобы ты мне все объяснила, глядя в глаза. Я же все это сделал. Я все это сам пережил. Я тебя принудил. Пришла твоя мать и хорошенько отчитала меня.
Зачем ты вообще рассказала своей матери о наших личных отношениях, а? Может, мне тоже надо было так сделать? Я должен был сказать тетушке Зерин, что ты вытворяла? Что мне надо было делать? А мне что оставалось, Ферит? Я одна, ты это понимаешь? Со мной рядом никого нет. К тому же она моя мать. Кто еще в моей жизни, кроме матери и отца, есть? Ты? Конечно, я рассказала. Она видела мое состояние и переживала. Надо было остановить ее, чтобы она не приходила сюда и не разговаривала с дедушкой. Я не смогла, Ферит. Неужели ты не знаешь мою мать? Ты же знаешь, какая она упрямая. Если уж задумала сделать, обязательно сделает. Значит, ты знаешь, что она задумала. Знаю. Она хочет, чтобы ты расстался с Эйран и женился на мне. Вы с мамой совсем из ума выжили? Что за чушь, Пило? Ты что? Я ничего не говорила. И не просила ее об этом. Мама говорила, а я молчала. Я молчала перед тобой и перед мамой. С меня хватит. Я уже не могу молчать, я задыхаюсь. Почему никто из вас не видит? Почему никто не видит этого? Почему никто не думает обо мне? Я же тоже человек. Пило. Ферит, хватит, мне плохо. С того момента, как ты вошел в мою жизнь, я страдаю. Если бы тебя не было, возможно... Возможно, я бы стала счастливой женщиной, но это не так. И я не знаю. Не знаю, смогу ли я теперь когда-нибудь быть счастливой. Пило, послушай. Мы оба пережили то, что случилось с нами. Не только я виноват в этом. Ты не можешь отчитывать меня за наше прошлое, Пило. Да, ты прав. Я не могу отчитывать тебя за прошлое. Но я могу отчитать за будущее. Ты лишил меня будущего. Несмотря на все твои ошибки и проступки, я думала, что буду с тобой до конца жизни, Ферит. А что сейчас? Теперь ты открываешь новую страницу. Новую страницу своей жизни вместе со своей женой, не так ли? А что делаю я? Я плачу и страдаю. Пока ты развлекаешься со своей женой и улыбаешься счастью, я умираю от горя. Да. Ты хоть вспоминаешь обо мне? Ты хоть задумываешься, чем я вообще занимаюсь? Я собралась уехать в Измир. Ты попросил меня остаться. Ты сказал, ты моя, Пило. Ты сказал, что все уладишь. Что ты уладил, Ферит? Твоя жена покричала пару раз, и для тебя все закончилось. Неужели все так просто? Я отдала тебе все. Ты был для меня дороже всех на свете. А что она сделала? Что она тебе дала? И от чего? От чего отказалась ради тебя? Как ты успел так измениться? А? Как ты смог стереть все, что между нами было? Я не могла полюбить такого подлого человека. Ты говоришь то, о чем потом пожалеешь. Нет, не пожалею. Благодаря тебе я и так о многом пожалела. Выйди из машины. Я говорю, выйди из машины. Я приехала сюда в надежде, что смогу помочь ситуации касательно мамы. Но ты позвал меня, чтобы опять обвинить. Ты опять ни в чем не виноват и безгрешен. Опять я отдуваюсь одна. А ты – невинный ангелочек. Мне теперь плевать на тебя. Делай, что хочешь. Сам разбирайся с моей матерью. Пусть и она делает, что хочет. Больше никто, ничто меня не волнует. Ясно тебе? Выйди из машины. Хорошо, но ты сначала успокойся. Ферит, можешь выйти? Пожалуйста.
Сейран? Ох, заходи, сестра. Что ты делаешь? Что? Что мне надеть вечером, сестра? Как думаешь, что выбрать, а? Сейчас посмотрю. Короткая или длинная? Длинная или короткая? Короткая, да? Дай хоть посмотреть. Посоветуй, а? Так. Они все такие красивые. Ну, какое-то все равно лучше всех. Подскажи. Даже не знаю. Лучше ничего не надевай. Потому что все равно потом снимешь. Ты издеваешься, что ли? Ну, ты даешь. О. Посмотрю потом я на тебя. Когда настанет этот момент, ты будешь лежать у моей двери и будешь умолять: «Сейран, просвети меня, научи меня!» Поживем, увидим. Да. В детстве мы всегда обсуждали с тобой будущее. Я собиралась первой выйти замуж, а потом рассказывать тебе о замужестве. Ты вспомнила наши разговоры? Да, потому что я не собиралась выходить замуж. Ну, я так думала. Ну и пусть. Так тоже хорошо. У тебя есть любящий муж. К тому же все наладилось. Теперь и ты хочешь быть с ним. М? Ты его любишь и хочешь жить с ним. Да, любишь. Даже не знаю. До сих пор не признаешься, ты лгунья? Негодяйка, ей-богу, негодяйка, лгунья. Сестра. Сестра. Что? А если я сделаю что-то не так? С одной стороны, я стесняюсь и боюсь. Мне ужасно... ужасно не по себе. Я так боюсь. Я даже не знаю, что мне делать. Ой, моя хорошая. Послушай меня. Он твой муж. Ты любишь его, и он любит тебя. Здесь нет ничего неправильного. И этого не нужно стыдиться. Ты же сама хочешь. Да? Ты права, что волнуешься. Но когда ты сообщишь Фериту о своем намерении, он сам все уладит. Он же твой муж. Да? Не волнуйся. Ай, сестра. Все будет прекрасно. Моя красавица. Добро пожаловать. Вы задержались? Было много дел. Ты же сама видишь. Надо было спуститься вниз. Уже, наверное, накрыли на стол. Я думала, мы спустимся вместе. Почему? Чтобы никто не догадался, что мы поругались. Мы и так постоянно ругаемся, Ферит. Это уже не новости и не так уж и важно. Это уже не важно? Это наши настоящие отношения. Если мы не поругаемся хоть один день, значит, случилось что-то аномальное. Вот видишь, даже ты не обращаешь на это внимания. Ну ладно. Ты ответила на вопрос, который я задал тебе утром? Ты приняла решение? И что? Ты ответишь, Сейран? Нет. Нет. Ну, конечно. Давай разведемся. Нет. Давай не будем разводиться. Нет, окей. Подумай еще немного. У тебя еще есть время? Да, это трудный вопрос. Ты сомневаешься, тебе страшно. Очень много вопросов, да? Но не бойся. Ты же сидишь дома. И можешь хорошенько подумать обо всем. Давай. Ферит, я больше не хочу ругаться. Не хочешь ругаться? Я...
Что? Ты? Я слушаю. Ну? Да. И опять нет ответа. Все, завтра утром на пробежку. Согласен? Слава богу, у тебя хорошее настроение. Хорошая новость? Это касательно работы. Только увидел. Значит, все в порядке? И если у вас хорошее настроение, мы хотим вам кое-что сообщить. Госпожа Султан. Слушаю. Можете нас оставить, пожалуйста. Конечно. Спасибо. Во-первых, хочу извиниться перед вами за тот вечер. Особенно перед своей женой. Не переживайте, мы просто споткнулись, но не упали. Хорошо, что мы выехали за город, нам пошло это на пользу. И мы приняли решение. Мы с Асуман хотим усыновить ребенка. Мы хотели сначала поговорить с вами перед тем, как обсудить с дедушкой. Правильно сделали. Не спешите говорить об этом дедушке. Не то он будет шокирован. Я тоже так думаю. На него и так все навалилось. У него уже не выдержит сердце. Упаси Аллах, невестка. Неужели это такая плохая новость? Нет, конечно. Но все равно. Все равно что, невестка? Почему хоть в этот раз нельзя быть на нашей стороне? Неважно, на чьей стороне. Есть вещи, которые надо обсуждать заранее. Конечно, вам решать. Если хотите поговорить с дедушкой, позвольте ему отдохнуть пару дней. Я рада вашему решению. Я тоже поддерживаю вас, брат. Даже не сомневайтесь. И если хочешь, мы прямо сейчас можем пойти и поговорить с дедушкой. И еще чего? Явно вы приняли решение только недавно. Сначала свыкнитесь с этой мыслью. Подумайте хорошенько. Не так уж и легко быть приемной матерью. Подумай, Асуман, об этом. Да, это нелегко, мы это знаем. Я уже давно хочу этого. А Фуад согласился. Он готов, так же, как и я. Все не так просто. Сказать, конечно, легко. А почему это трудно, мама? Если мы все их поддержим, будет проще. Я тоже думаю, что сложно быть родителем. Человек может совершить очень большие ошибки даже по отношению к собственным детям. К тому же... (кхе)
вашего позволения, я пойду. Конечно. Ужин уже закончен. Доброго вечера. И вам. Я тоже пойду. Господин Садык поручил мне много работы. Приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита, с вашего позволения. Приятного аппетита. Доброго вечера. Ну все, немедли уже. Это короткая лестница. Будто уходит в небо, сестра. Кажется, я не смогу. Дорогая. Дорогая, успокойся. Не волнуйся. Все будет замечательно. Все будет хорошо. Хорошо, что ты есть у меня, сестра. И ты у меня. Ну все, поправь волосы. Элин, вставай, умойся и приди в себя. Мама, оставь меня, пожалуйста. Нет, не оставлю. Я не могу поверить, что ты так извела себя. Моя дочь не такая. Я, честное слово, не могу смириться, что ты так убиваешься. Он все еще отчитывает меня и винит. Винит меня за то, что ты пошла к ним в компанию. Зачем ты делаешь что-то без моего ведома? Буду делать. Я поехала туда, чтобы они не думали, что за тебя некому постоять. Пусть знают, что я теперь буду здесь, с тобой. Я дала им понять, что им не выкрутиться. Мама, ты требуешь невозможного. Ничего не выйдет. Дедушка не разрешит Фериту развестись. Да еще и потом жениться на мне. Нет, Ферит не сможет этого сделать. В этой жизни возможно все, дочка. Не зарекайся. Жизнь иногда преподносит такие сюрпризы, что сложно поверить. В своей жизни я видела многое. Даже самые крепкие браки распадаются. Поверь мне. Я говорю тебе то, в чем не сомневаюсь. В их доме происходит только то, что скажет господин Халис. Пелин, я сделаю все, но решу эту проблему. Ты не веришь в меня? Я же всегда добиваюсь своего. Ну, иди к маме. Но если ты постоянно будешь плакать и горевать, я не выдержу. И совершу ошибку, я могу поступить необдуманно. Не заставляй меня совершать ошибку. Доверься мне, дочка. Договорились? Ну все, довольно. Я устала от этой депрессии. Давай посмотрим фильм. Тот, который мы всегда смотрим и смеемся. Хорошо? Хорошо. Уф. У меня ничего не получается. Я точно свихнусь. Точно. В чем дело, сестра? Что опять случилось? А ты как думаешь, султан? Я про деньги.
На днях мне звонила дальняя родственница. Ее мать положили в больницу, ей срочно нужны деньги. У меня даже нет жалких копеек, чтобы помочь ей. Что делать? Ой, у меня то же самое, сестра. Смотри, ребенку уже столько лет, а он еще не разговаривает. Хочу сводить его к врачу, но никак не получается. Открывай. Если бы отец был здесь, он бы... Дочка, он сам себе не может помочь. Нет, если господин Латиф не повысит нам зарплату, нам не прожить, не прожить. И не говори, мы пропали. Что стряслось? Почему вы здесь? Ужин закончился? Да, но мы никак не можем убрать со стола. Господин Фуат хочет с ними поговорить. Что-то личное. Ничего, ничего. Все будет хорошо. Что такое, госпожа Шафика? Что с тобой, а? Ты страдаешь от любви? Расскажи мне, я послушаю. Боже упаси, я и так вся на нервах. Да что такое? Тебя кто-то обидел? Если так, мы с Карлосом разберемся с ним. Скажи, Шафика. Меня лучше не вмешивай. Если ты сможешь сам разобраться с господином Латифом, то попробуй. А, ну если речь о господине Латифе, я тут не смогу помочь, сестра. Извини, пожалуйста. Абедин, не извиняйся. Он даже не послушает вас. Нет, завтра я пойду к господину Халису и поговорю с ним. Так и скажу. Господин, нам не хватает. Абедин уже столько лет не может жениться. Султан не может отправить ребенка на лечение. Моя Диджле не может надеть красивые наряды. У Карлоса нет девушки. У нас не получается. Нам ни на что не хватает. Так и скажу. Скажу, помоги нам, господин. Госпожа Султан, в чем дело? Кто остался наверху? Султан? Слушаю, госпожа. Скажи, чтобы убрали со стола. А ты принеси в мою комнату кофе. Сейчас, госпожа. Выводи уже. Уф. О, Аллах! Сделай так, чтобы у моей сестренки было все хорошо. Помоги ей. Избавь ее от плохих мыслей. Освободи ее сердце от терзаний. Прошу, помоги, о Аллах. Thank you.
Пелин будет счастлива. И знаешь, когда? Когда ты разведешься. Все наладится, когда ты начнешь ценить мою дочь, которая по-настоящему любит тебя и заслужила быть с тобой. Ты же лишил меня будущего. Несмотря на все твои ошибки и проступки, я думала, что буду с тобой до конца жизни, Ферит. А что сейчас? Теперь ты открываешь новую страницу своей жизни вместе со своей женой, не так ли? А что делаю я? Я плачу и страдаю. Пока ты развлекаешься со своей женой, улыбаешься счастью, я умираю от горя. Я умираю от горя. Поскорее сделай все необходимое. Лучше поторопись. Твою жену тоже жалко. Она тоже чья-то дочь. Чем раньше, тем лучше. Кстати, я буду преследовать тебя. И пока ты не уладишь эту проблему, Ферит, я не вернусь в Лондон. Проходи уже. Давай. Хорошо. Почему ты разозлился? Потому что меня злит, что ты улыбаешься и ведешь себя так, будто ничего не случилось. А что я такого сделала, Ферит? В том-то и проблема, Сайран. То, что ты ничего не делаешь. Что ты продолжаешь жить дальше, как ни в чем не бывало. Еще и улыбаешься мне, будто не сказала мне эти слова сегодня утром. Чего ты хочешь? Если ты все равно не будешь доверять мне до конца жизни, почему ты до сих пор рядом со мной? Скажи мне, почему? Говори! Почему ты точно не можешь ответить на вопрос, который я задал тебе утром? Я же задал тебе вопрос. Ответь мне! Неужели у тебя сегодня дома было так много дел? А? Ты была так занята, что не успела подумать? Что тебе нужно от меня, Ферит? А? Чего ты добиваешься? Чего хочешь? Я, по крайней мере, пытаюсь довериться тебе. А ты что делаешь? Ты серьезно? Ты спрашиваешь, что делаю я? Отлично. Я в восторге от тебя, Сайран. Ты еще спрашиваешь, что я делаю? О, Аллах, не дай мне сойти с ума. Может, еще немножко откроешь свои зеленые глаза? А? Может, попробуешь разглядеть? Кто-нибудь в жизни делал то, что делаю я ради тебя? Скажи мне, кто-нибудь? Ферит. Что? Скажи, кто делал так? Хотя я уточню. Кто делал для тебя хоть половину того, что сделал я? Твоя мать? Тетя? Сестра? Или этот верблюд Юсуф? А? А, стой, чуть не забыл. Твой отец Кязым? Кто сделал, Сайран? Ты опять поступаешь так же. Ты опять это делаешь. Когда ты загнан в угол, сразу же меняешь тему на мою семью. Неужели тебе совсем не стыдно заводить одну и ту же тему и постоянно оскорблять меня? А? Ты вообще хоть немного задумываешься? Что я чувствую после твоих слов, а, Ферит? А ты задумываешься? Ты хоть сама слышишь, что говоришь? Ты думаешь, что вообще, возможно, огорчаешь меня и разбиваешь мне сердце? Ты хоть об этом задумываешься? Будь уверен, я думаю больше, чем ты. Ну, конечно. Даже не сомневаюсь, что думаешь больше меня. Я же стараюсь, чтобы не быть плохим. А ты этого не видишь, Сайран? Ради тебя я делаю во сто крат больше, чем нужно. Но ты не видишь. Не видишь, Сайран? Я пытаюсь исправиться. А ты чем мне отвечаешь? М? Пока я пытаюсь стать хорошим, что ты делаешь, Сайран? А, скажи мне. Не утруждайся. Я сам отвечу. Ты ничего не делаешь. Если бы ты мне позволил... Ты бы увидел, что я собиралась сделать. А что бы ты сделала? Приготовила пахлаву? Делай, что хочешь, Ферит. Ты ничего не заслуживаешь. Ты знаешь об этом или нет? Да ты просто дурак, идиот. Тупица. Идиот. Конечно.
Ты самая умная в этом доме. А я дурак. У меня сбилось дыхание, но мне пошло на пользу. Давай частенько так бегать. Хоть отвлечешься от проблем. У тебя даже поменялся цвет лица. Нет, я же стараюсь быть достойным тебя, вот и покраснел. У тебя сегодня много дел? Да. Отец в компании, даже если не будет много дел, все равно надо быть в компании. Но ты напрягаешься из-за того, что твой отец в компании. Есть кое-какие мелкие погрешности. Отец не должен это заметить. Я принял решение, которое скрыл от него и даже не посоветовался. Но это же нормально. Когда отец доверил тебе компанию, он наделил тебя всеми полномочиями. Ну да. Тогда эта тема закрыта. Если он узнает, просто возьмешь на себя ответственность и все. Ничего нет важнее тебя самого, Орхан. Даже твой отец. Да, легко сказать. Поверь, легко и сделать. Если ты не можешь избавиться от крупных проблем, тогда не изводи себя мелкими неприятностями. Все равно он скоро устанет и отстранится. Надеюсь. А, моя рука. Что такое? Я заснул здесь. Кому не уймется? Это я, Латиф. А который час? Латиф? Господин Латиф, слушаю вас. Господин выйдет через 5 минут. Ваш брат внизу. Господин Орхан вышел рано. Вы не спустились, вот я и пришел. А, господин Латиф, я проспал. Вы такой молодец. Дайте я поцелую вашу руку. Ну что вы, не надо. Не надо. Спасибо. Спасибо. Быстро собирайтесь. Я сейчас. Ты не поставил будильник? А, что? Ты не поставил будильник? А ты почему не поставила? Специально сделала? Чтобы я опоздал, да? А, чтобы я опоздал, конечно. Ты специально это сделала. Какое мне дело до твоей работы? Ты сам должен был поставить будильник, чтобы не опоздать. А, да, извините. Вот так ты выполняешь обязанности жены. Ненадолго тебя хватило. Один завтрак, пару улыбок, и все на этом. Конечно. Сначала выполни обязанности мужа, а потом будешь упрекать меня. И что это за обязанности? А? Если уж сказала слово, договаривай. Ладно, Ферит, не зли меня. Все, выходи, ты уже и так опоздал. Надеюсь, сегодня ты хорошенько обо всем подумаешь, и у тебя будет ответ для меня. Вчера мы и так хорошо с тобой поговорили. А? Как думаешь? Так даже лучше для меня. Еще чуть-чуть, и я бы ответила тебе по-другому. По крайней мере, у меня сегодня будет время, чтобы все обдумать. Что ж поделать? Пусть Аллах поможет тебе. Пусть Аллах поможет тебе, понятно? Угу. Все, Ферит. Иди. Иди на работу. Пока. Ах, ах. Ах. Сестра, ты проснулась? А ты хоть спала? Приходи ко мне, поговорим. О, Аллах, пусть сестренке будет все хорошо. Пожалуйста, Всевышний, прошу тебя. Доброе утро. Доброе утро.
Как ты? Хорошо, спасибо. А ты как? Как думаешь? Стоит протянуть руку, и я смогу обнять тебя. Ты здесь, я в полном порядке. Кстати, ты такая красивая. Спасибо. Мне нужно идти к Сайран. Потом увидимся с тобой, хорошо? Хорошо. Твои руки и в тот раз были такими холодными. Ты же не мерзнешь и не болеешь? Нет. У меня всегда мерзнут руки. Я привыкла. Не беспокойся. Сестра Суна? В чем дело? Ты о чем, Юсуф? Поздоровался бы сначала. Олах. Я все помню, госпожа Суна. И я передам ваши слова Фериту. Если вам больше ничего не нужно, я пойду на кухню. Конечно, спасибо. Доброго дня. Доброго дня. Юсуф, с твоего позволения я пойду к Сайран. Сестра, о чем вы разговаривали с этим лопухом Абидином? Обсуждали планы на будущее, Юсуф. О, Аллах, тебе какое дело? С чего спрашиваешь? Я увидел вас наедине и... И что с того, что увидел? Кто-нибудь услышит и не так поймет. Вообще у тебя нет совести. Никто ничего не поймет. Не переживай. Это же... уму непостижимо. Я просто подумал, что у вас какие-то проблемы. Ладно, Юсуф, не задерживай меня. У меня дела. Ой, да что ж такое? Ой, все болит. Ой. Ой. Как плохо. Ох. Доброе утро, тетя. Доброе утро. Спасибо, дорогая. Ой, надоело. Ой, надоело. Эти монеты меня с ума сведут. Да что ж такое? Почему ты смеешься? Хочешь, чтобы я кинул их тебе в лицо? Так? Ох, твой покойный отец тоже всегда носил мелочь в кармане. А, верно говоришь. Он всегда носил. Ах, слушай. Мне нужна фотография отца. Где-то должна была быть. А что случилось? Хочу поместить в рамку и поставить на стол. Покойный отец пусть увидит, где работает его сын. Ну, я потом поищу. Потом? Зачем потом? Мне она нужна сейчас. Я сейчас же поеду на работу, и она мне нужна. О, Аллах. Не беспокойся, я сделаю копию. Я дам тебе оригинал. Я же знаю, что ты зациклена. Только вечером вернешь. Конечно, конечно, не беспокойся. Принесу, сделаю копию и верну. Ай. Господин? Что? Может, дать тебе мою фотографию? Зачем? Ну, поставишь на свой рабочий стол. К тебе будут приходить люди, будут и женщины, и мужчины. Пусть не думают, что ты холост. Пусть думают, что ты женат. Аллах! Смотри! Смотри, что это такое? Кольцо! Я вижу. Его один раз надел, и больше не снимается. Если я надел кольцо, уже не сниму. Спасибо, господин. Не болтай много. Давай, принеси мой офисный чемодан. Он очень ценный. Достался мне от моего отца. Давай, быстро, давай. Хорошо. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай.
Я уже опаздываю. Тетя! Тетя! Я же опаздываю, поторопитесь. Не заставляйте меня кричать. Входи, сестра. Сэран? Ты в порядке? А? Ну, что случилось? Как все прошло? Я всю ночь молилась за тебя. Всю ночь молилась. Ничего не было, сестра. Между мной и Феритом ничего не было. А почему? Что случилось? Ты передумала в последний момент? Почему ничего не было? Дело даже не дошло до этого, и мы поссорились. Ну почему? Сестра, так много вопросов. Ладно, расскажу. Это же Ферит. Ему, как и всегда, удалось выйти сухим из воды. Ну, как сказать? Ты только не злись на меня, да? Но я тебе сразу сказала. Ты же говорила, что не сможешь доверить ему всю жизнь. Он это услышал, он прав. И расстроился, любой бы огорчился. Ладно, не терзай себя и не печалься. Считай, что вчера ты репетировала, а сегодня вечером держи себя в руках, хорошо? Сестра, я же говорю, что мы поссорились. Какой еще вечер? Я знаю эти ваши ссоры. Кто-то сбегает из дома, а кто-то похищает. Ваши ссоры такие нелепые, ничего страшного. Если уж решилась на такой шаг, доведи дело до конца. Нет-нет, я так разозлилась на него и уже не надеюсь ни на что. И не знаю, что произойдет вечером. Сэйран, как будто бы у вас были идеальные отношения, и он покорно слушался тебя. Ну о чем ты? Ладно, я больше не хочу обсуждать это и думать об этом. Пойдем вниз. Сэйран, только подумай о том, что я сказала, хорошо? Кстати, я тоже подумала. Я уже хочу племянника. Я хочу маленького ребеночка. Я хочу стать тетей. Ну разве у меня нет права? Прошу тебя, сестренка. Маленький ребеночек, прошу тебя. Я очень хочу. Конечно, у тебя есть право. Ты же уже стала сестрой. Не веди себя как ребенок. Я хочу маленького ребеночка. Все, пойдем быстро. Ну пожалуйста. Был еще на светлом фоне, Фуат. Где он? Я попрошу, тебе принесут. Но мне понравился этот. Да, его сделали по старому эскизу. Очень красиво. Войдите. Бог в помощь. Это отправил господин Садык, нужно подписать. Неужели и чай ты ему готовишь, Ферит? Еще нет. У тебя проблема с какой-то женщиной, ты решил ее? Какая женщина? Мать Пелин. Она же приходила к дедушке. Я решил сам рассказать отцу, пока он не услышал от дедушки. Нам стоит волноваться, Ферит? Нет, отец. Я сначала сам занервничал и даже сказал брату. Она пришла просто, чтобы поблагодарить дедушку. Дедушка сказал что-то? Нет, не сказал. Если честно, он ничего не говорил. Поэтому я и интересуюсь. Он сейчас полностью погружен в работу. Постоянно требует документы из архива. Наверное, для него это не так важно. К тому же, это не так серьезно. Хорошо. Скажи господину Садыку, что сегодня придут люди из банка. Скажу. Ты загружаешь Садыка делами, отец? Да, да, мы же так договаривались. Фуат, это могут обнаружить в любой момент.
Вай-вай-вай-вай. Ничего себе. Ой, так холодно, а я потею. Эта болезнь меня замучила. Ой. Бетюль! Зачем я кричу «Бетюль»? Что случилось, господин Казым? Вы в порядке? Я не в порядке. Мне очень плохо. Я так болею, Бетюль. Я пришел сюда 2 минуты назад, но мой кофе еще не принесли. Если я утром не выпью кофе, я не смогу прийти в себя. Поэтому и каждое утро приноси мне кофе. Поняла меня? Вы поэтому так кричали, господин Казым? А что? Тебе не понравилась причина моего гнева? Нет, я не это хотела сказать. Но если пожелаете, в следующий раз вы можете воспользоваться телефоном. Он подключен напрямую к моему столу. Этот? Да. Правда? Когда я его беру, сразу подключаюсь к тебе? Да. Бетюля, ты послушай меня. Хотя, если телефон выключен, ты не можешь меня подслушивать. Хорошо, я воспользуюсь им, когда захочу. Захочу, буду кричать, а потом позвоню. А теперь давай принеси мне кофе. Хорошо, господин. Слушай, иди сюда, иди. О, Аллах. Тетя, я же говорил, не трогай мой чемодан. Она опять изменила код. Надоело уже. Ай, да что ж такое? А, вот так. Так, хорошенько. Вымой его кипятком. И впредь приноси мне кофе в этой чашке. Везде вирусы. Вы же толком не моете чашки. Поэтому всегда используй эту, иди. Хорошо, господин. Кстати, еще кое-что. Наклей туда что-нибудь, чтобы все знали, что это моя чашка. Хорошо, я приклею этикетку. А, отличное решение, Бетюль. Бетюль, можешь идти. Хорошо, господин. Бетюль! Слушаю, господин. Закрой дверь. Конечно, непременно. Вот так. Вай, вай-вай. Господин. Вай, мой господин. Мой уважаемый отец. Я так соскучился. Да, очень. Посмотри. Твой собственный сын, Кязым Шанлы, завоевывает Стамбул. Да, мы его покорим, отец. Наблюдай за мной. Я еще много чего сделаю. Так и знай, очень многого добьюсь. Знай, отец. Я так и думала, что отец Орхан и невестка будут против. Но меня немного обидело, что ты тоже не рада, матушка Гюльгюн. Асуман, дорогая, ну что ты, милая? Вы уже уехали из дома в ссоре. Вы вернулись, помирились и сразу же сказали об этом. Ясно, что это решение вы приняли слишком поспешно. Значит, оно поэтому неверное? Нет, но усыновление ребенка – это важное решение. И его не нужно принимать поспешно. Я предлагаю вам подождать 3 месяца или же 5. А потом, если вы будете думать так же, мы поговорим более серьезно. Разве не так? Девушки, я не права? Я думаю, со временем мы перетянем вас на нашу сторону. Что скажете? Да. И мы решим эту войну дружбой. И выиграем. Госпожа Гюльгюн. Слушаю. К вам пришли. Кто? Госпожа Зерин. Зерин Йылмаз. Да. Сейран, может, мы продолжим наш разговор в моей комнате? Пусть матушка Гюльгюн останется с подругой наедине. Конечно. Увидимся.
Увидимся, удачи вам. Увидимся. Всего хорошего. Зерин, добро пожаловать. Я совсем не к добру, Гюльгюн. Нам нужно о многом поговорить. Конечно, давай поговорим. У меня есть одно дело, я скоро подойду. Проходи. Что-нибудь желаете? Чай, пожалуйста. Слушаю, мама. Мать Пелин здесь. Что? Не может быть. Но это так. Она у нас дома. Ладно, мама, я тебе перезвоню. Сынок. Мама, все, пока. Где твоя мать, Пело? Она сейчас у нас дома. Что происходит? Твоя мать каждый день будет ходить к нам? Чего она добивается? Нет, ничего подобного. Я уже еду. Спасибо, Диджле. На здоровье. Диджле, закрой, пожалуйста, дверь. Если честно, я так рада твоему возвращению, Зерин. Пелин нельзя оставлять одну в этот период. В какой период? В период расставания с парнем. Ей очень нужна поддержка матери. Ты так права, все верно. Моей дочери нужна поддержка матери. Ты издеваешься надо мной? Да еще и без зазрения совести позвонила, чтобы сообщить такую новость. Я позвонила тебе ради блага Пелин. Значит, ты понимаешь, в каком она состоянии. Интересно, ты знаешь, что до такого состояния ее довел твой с... Зерин, у них были отношения, и они закончились. Ферит теперь женатый человек. Вот и отлично. Значит, ты все знаешь. А ты в курсе, что даже после женитьбы твой сын продолжил эти отношения? Я женюсь, потому что так захотел дедушка Пело. Когда дедушка успокоится, я разведусь. Не волнуйся, Пело. Мы продолжим наши отношения, Пело. Это сказал твой сын. Все это сказал моей дочери твой сын. Зерин. Я не могу знать, что они говорили друг другу и чем занимались. Правда? Тогда я спрошу то, о чем ты знаешь. Где ты была, когда твоя невестка так жестоко прогнала мою дочь из этого дома? Чем ты занималась? Чем? Это произошло очень неожиданно. Мы и сами не знали, как поступить. А кто привел Пелин в этот дом? Зарина. Послушай, за все, что произошло. Кто привел Пелин в этот дом, Гюльгюн? Пожалуйста, ответь на мой вопрос. Зерин, я понимаю, ты сейчас очень злая. Ты права, и я не могу ничего сказать. Я, как мать своего сына, прошу прощения у тебя и у твоей дочери за все проступки моего сына. Если хочешь, я приду к вам и поговорю с Пелин. Я извинюсь перед ней лично. Я больше ничего не смогу сделать. Сможешь. Сможешь. Потому что ты обязана. Что именно? Это легко. Ты пойдешь и поговоришь со своим сыном. Да с кем хочешь, поговори. Но твой сын разведется с этой девушкой и женится на Пелин. И точка. Что? Ты шутишь? Нет.
Думаешь, я в состоянии шутить? Жизнь моей дочери разрушена. Речь идет о ее будущем. Разве я могу сейчас шутить? Но если ты не убедишь своего сына выполнить все свои обещания, то я подробно расскажу господину Халису о том, что он сделал с моей дочерью. Я даже не знаю, что сказать. Это еще не все. Я тебя еще не так удивлю. Но если у меня не получится, и я не привлеку внимание господина Халиса к этой проблеме, я приду с новостями о его дочери в Лондоне, и все примет другой оборот. Вот тогда и тебе будет интересно. Зачем твоя мать пошла к нам домой? Я не знаю. Я не ее мать. Она не отчитывается передо мной. Я не знаю. Тогда я тебе скажу. Она пригрозила моей мать. Хочет, чтобы я женился на тебе. Эй! Ты слышишь? Слышу. И что ты хочешь от меня? Как что? Пелин, твоя мать не в себе, ты это понимаешь? Только ты у нас нормальный, да? Пелин. Что? Что, Ферит? Думаешь, у тебя есть право говорить мне что-то? Хватит уже, я устала страдать. От чего устала? О чем ты? Я же говорю, твоя мать обезумела. Ты должна решить это. Я никому ничего не должна. Я уже тебе все сказала. Я больше ничего не буду делать. Я не буду думать об этом. Мне все равно. Теперь ты думай. Сам все решай. Потому что за все эти годы я ничего не могу решить, Ферит. Хватит уже позорить меня перед людьми. У меня не осталось уважения к себе. Почему я должна всегда говорить об этом? Почему я должна страдать из-за тебя? Почему? За что? Все, не кричи, успокойся. Слушай, я уже не могу. Я скоро сдохну от всех этих проблем, ей-богу. И поэтому и ты, и мама, делайте, что хотите, мне плевать. У меня больше нет сил. А ты делай так, как тебе удобно. Если тебе нечего сказать, то тогда выходи отсюда. Все, уходи, Ферит, выйди отсюда. Вы с твоей мамой надоели мне. Ой, у меня закружилась голова. Секунду. Ваш кофе без сахара, господин Казым? Неси, Битюль, неси, молодец. Ты быстро учишься. Битюль, я хочу поговорить с господином Халисом. Он сейчас свободен? Недавно у него началось совещание. Да, жаль. А когда закончится? Не раньше трех, а потом у него онлайн-собрание. Что? Онлайн, то есть он будет общаться с кем-то через интернет. А, да-да, я знаю-знаю. Люди находятся в другом месте, но видятся по компьютеру, да? Да, точно. Ладно, что ж поделать. Мы раньше часто виделись. Кабинет господина Халиса чуть дальше, я даже его не вижу. У него много дел. А где господин Орхан? Я бы и с ним хотел поговорить. Он рядом с господином Халисом. Он тоже? Что мне тогда делать, Битюль? А? Как думаешь?
Может, почитать газету? А ты занимайся своими делами. Конечно, господин Кязым. Можешь идти, Битюль. Битюль, если он освободится пораньше, сообщи мне. Конечно, конечно. А, пока. Господин Кязым? О, ничего себе! Сюрприз! Какой приятный сюрприз! Опять надела свой деловой наряд. Проходи. Эсме, добро пожаловать, присаживайся. Битюль? Не нужно, господин. Мы же тебе не чужие. Я пришла на работу к своему мужу. Принеси нам 2 кофе без сахара. И поторопись. Давай, давай, быстрее. Ай, вы же любите покрепче? Я так рад вас видеть здесь. Скажите свое мнение. Нравится мой кабинет? Ничего особенного. И ты оставил нас одних ради этих 4 стен? Ой, я же только начал здесь работать. А вы уже по мне соскучились, ай! Но мы уже привыкли к тебе с того момента, как мы приехали в Стамбул, ты всегда был рядом. А, да, да, я тоже по вам соскучился. Кофе, который готовят дома, особенный, да. Спасибо, господин. Честно, честно, у Битюль такой не получается. Мне еще так нравится наш диван. Можно вытянуть ножки, отдохнуть, но мы должны потерпеть. Семья Шанлы, внимание, мы потерпим и добьемся своего. Ну, не знаю, дома мне уже скучно. Племянницы нет, тебя нет. Мы частенько будем приезжать к тебе. Конечно, приезжайте, не волнуйтесь. Я всегда буду вас ждать. Я и сам скучаю. Плохо жить без меня. Тетя, я сейчас тебе покажу кое-что. Только... не пугайся, хорошо? О, Аллах! В этом доме так скучно, когда сидишь без дела. Время будто остановилось. И не говори. Я в первое время даже минуты считала. Я кое-что скажу тебе, Сейран. Что? Какая у вас удобная постель. Сестра, ну не лезь ко мне, ну что ты? Я не лезу к тебе, я даю советы. Лучше разряди обстановку. Это как? Ну, например, отправь Фериту сообщение, спроси, как проходит его день. Он, наверное, с ума сходит на работе. Сестра, я же говорю, мы поссорились. Какое еще сообщение? Ты о чем? Тейран, кто-то из вас должен сделать первый шаг. Не изводите друг друга. А вдруг он опять разозлится? Намекни ему, что доверяешь, а вечером все и поймешь. Ну? Хорошо, будь что будет. И если все не решится сейчас, потом будет поздно. Вот ты молодец! Моя сестренка просто молодец! Давай, давай, живо, живо! Давай! Ну, живо! А нужно заменить постельное белье? Сейран, не нужно! Ты же вчера поменяла! Не преувеличивай! Я уже не знаю. Ох, я уже почти успокоилась, а теперь опять напрягаюсь. Сейран, не напрягайся. Пусть господин Ферит напрягается. Я так молилась за тебя. У тебя все будет хорошо. Вот увидишь, я всю ночь молилась. А что написать? Ты должна написать такое, чтобы вечером не было ни скандалов, ни разборок. Поняла? Ну что, например? Ну, например... напиши, я соскучилась. Ну и еще чего? А что? Ни за что не напишу такое. То напишешь? Ну? Не знаю. Войдите. Отец, вы не заняты? Проходи, Орхан.
Я за вас переживаю. Вы даже не делаете перерыв. Наоборот. Я ушел на долгий перерыв, я понимаю. У нас уменьшилась прибыль. Поменялась команда дизайнеров. Хорошо, что есть мастерская. Только там порядок, Орхан. А, такое периодически случается. И раньше такое было. Я не говорил, чтобы не огорчать вас. Посмотрим, как идут дела в иностранных филиалах. Отец. Что? Мне нужно вам кое-что сказать. Да, я слушаю. Фуат и Асуман решили усыновить ребенка. С чего это вдруг, а? Не знаю. Наверное, они помирились из-за этого решения. Я не одобрил, но кажется, они уже все решили. Вы же знаете, что они хотели развестись. Ой. Они думают, что все так просто? Не просто пожениться, расстаться или стать родителями. Это все непросто. Ой. Что им сказать, отец? Ты наверняка уже все сказал им. А, да. Мне не нравится эта идея, отец. Хорошо, я подумаю. И так еле собрался с мыслями. Теперь совсем не могу работать. Извините, я не хотел вас расстраивать. Ничего страшного, сынок. Хорошо, что я узнал. Там госпожа Хатидже пришла проведать Кязыма. Нужно сходить к ним и поприветствовать. Ты идешь, Орхан? Идешь? Все хорошо? А, да, конечно, я выполняю то, что вы мне поручили. Ты сам хотел попробовать. Вот тебе и работа. Только не отвлекайся. Сделаешь малейшую ошибку, потом придется проверять все сначала. И это отнимет время. Поэтому будь внимателен. Не волнуйтесь. Я полностью сконцентрировался. Полностью сконцентрирован. Отлично. Продолжай. Какая красивее? Не могу определиться. Кажется, ты хотел отправить Суне. Ты перепутал? Дурачок. Нет. Если честно, хотела спросить вчера, но мы не смогли поговорить.
Ты шутишь? Я на работе. Я должен выбрать тебе ночную сорочку? Ты что, с ума сошла? Уф! Сайран, что ты делаешь? Делай, что хочешь, Ферит. Извини за беспокойство. Ты прав. Господин Садык, я пойду за чаем. Хотите? Вам принести? С кем ты переписываешься? С женой. Честное слово, господин Садык. Если не верите, могу показать вам. Хотя не могу показать, но вы поверьте мне. Позвольте мне поговорить с ней 2 минуты. Потом я примусь за работу. Ну, пожалуйста, что скажете? Вы такой добрый. Спасибо. Ферит, не проказничай. Слушаюсь. Сайран, что ты хочешь? Ответь. Сайран, ты слышишь меня? Алло, Сайран. Я здесь. Я слушаю тебя. Зачем ты отправила мне эти фотографии? Сайран. Я же задал вопрос. Слышишь меня? Слышу. Тогда почему молчишь? Потому что, когда мы разговариваем, мы ссоримся, Ферит. Может, будем писать сообщение? Нет, Сайран. У меня много работы, и я задержусь тогда. Нет. Ты должен прийти. Почему? Что такое? Зачем я должен прийти? За тем, что я отправила тебе на фотографии. Сайран, мне нужно работать. Скажи прямо. Ферит. Я. Готова. На что готова, Сайран? Ферит, не притворяйся дурачком. Ты же постоянно думаешь только об этом. Ты издеваешься надо мной? Ты имеешь в виду нас? Нас вдвоем? Да. Именно это. Не задерживайся. Сайран, я пообещал, что закончу сегодня, но я приду пораньше, насколько смогу. Жди меня, ладно? Я быстро закончу. У меня сейчас сердце остановится. О, боже. Это происходит на самом деле. Ну надо же. Yanıyorum için için bitti işim saklar mı yüreğin yüreğimi içinin her yerinde eski kelimeler dendiriyor başımı sen söylediğinde korkular.
arzular Nasıl başımdır bilsen şaşarsın ya her yerim kördüm Dolaşık ipin ucunu bul çözeyim Her ayrıntım sayıklıyor sükunetim delilerimden Aşk yok olmak diyar biri yar ben yokum yok zaten Ay yaş ruhum sayıklıyor her zerrem sende çarpıyor Aşk yok olmaksa şimdiden yar ben yokum ben de zaten Tecrübesi bakıyor gözlerime ah Soru soruyorsan tuzağına düşeceğim Bana günah saklar mı yüreğin Yüreğimi içinin her yerinde eski kelimeler Döndürüyor başımı sen söylediğinde korkular, arzular Nasıl başım dar bilsen şaşarsın ya her yerim Kördüm Dolaşık ipin ucunu bul çözeyim Her ayrıntım sayıklıyor Sükunetim delilerimden Aşk yok olmak diyar biri Yar ben yokum yok zaten Ruhum depremlere gebe Sükunetim delilerimden Aşk yok olmak diyar biri Yar ben yokum ben de Мама, что ты там делаешь? Иди сюда, я жду тебя. Нам нужно поговорить. Мама, меня ждет Сайран. Мне нужно идти, потом поговорим, ладно? Вот и хорошо. Слава богу, у тебя пока есть жена, которая ждет тебя. Если бы она услышала то, что и я, ее бы уже давно не было здесь. Что это значит? Пойдем поговорим. Ты же дал ей такие обещания. Сказал, что женишься на ней. Заверил, что любишь только ее и будешь только с ней. Что ты такого наговорил ей? И что, мама? А? Я сказал это еще в начале отношений. Все так говорят. Что такого-то? Значит, просто хотел так сказать и сказал. Значит, ты все это говорил ей? Да, говорил. Проблема не в этом. Проблема в ее матери, мама. Эта женщина не в себе, мама. Ты понимаешь это? Понимаешь, нет? Что такого, что я сказал-то? Ладно, хорошо. Ты погорячился в начале отношений и сказал эти слова. А потом? Что ты сказал ей, когда женился на Сайран, Ферит? Сказал, что женюсь из-за дедушки. Ты сказал ей? Я все равно разведусь. Не переживай. Сказал, мама. И это я тоже сказал. О, Аллах! Когда я встречался с Пелин, вы пришли и сказали, чтобы я женился на этой девушке. Что я мог поделать? Ничего страшного я не сказал. Пелин и ее мать правы. Правы, сынок. Ее мать разбиралась со мной. Ты сказал ей такие слова и, естественно, обнадежил эту девушку. Ты тоже в свое время обещала мне кучу всего. Ты же сама сказала, мы найдем тебе девушку, она спокойно будет сидеть дома, а ты будешь жить так, как и раньше. Да, я пообещал что-то Пелин. Ты тоже дала мне такие обещания, мама. Сайран? Сайран?
Сейран! Сейран, минутку. Что происходит? Ты спросил меня в загородном доме о том... Хочу ли я развестись? Ты просил дать ответ. Получил ответ. Конец 24 серии. Thank you.